Ну чё, всем здорово, пчаны, с вами всегда Денчик, Денчик! И сегодня мы продолжаем нагибать на великолепнейшем бублике. И, блин, мне звонят нахрен какие-то олени, прям в скайпе, прям по айпэду. Так, я, короче говоря, записал, еще запишу, думаю, Titanfall. Если кому интересно, можете мне говорить, обязательно в комментарии. Я тогда... буду его заливать на лайв-канал, скорее всего, если кому интересно, потому что мясище это жесткая игра, я вам скажу, очень... Ой, смотри, она, вот она, он, придурок. Я скажу вам, игра очень жесткая, мне она очень нравится, потому что Titanfall лучший гребаный шутер мира. Вообще, просто лучший шутер мира. Я не знаю, как можно... Что еще можно сделать еще лучше? Я не понимаю, что можно сделать реально еще лучше, чем Titanfall. Там все настолько продумано, настолько грамотно. Понижай там броню иногда, я буду их тогда кидать в первый скилл. Там. Ну, сейчас, погоди. Пиздец. Прокачаем. Да, это пиздец. И там чуваки знают меня, короче говоря, они знают, кто я такой, короче, и они будут специально меня фокусить. Готовьтесь к этому, пожалуйста. Потому что мне уже написали тут в начале игры, типа. Повтори, чё? Я говорю, они будут меня дико фокусить. Готовьтесь к этому, потому что они знают меня. Вот. Вот такая фигня. Знают чуваки меня, против меня играют мои подписчики, скорее всего, подписчики, насколько я понял. И знают они меня, знают, будут меня прессовать специально, я же знаю вас, я вас всех знаю, блин. Вы же это, лишь бы это самое, Денчику насовать, думаете, что я такой про, да я же не про какой, не надо мне насовывать, зачем? Я же не мастер, это так, просто в дотку играю, хочу спокойно поиграть, а вы тут... Вот придурочный, о, смотри какой, а. Ой-ой-ой, хорошо, стан, а понижение брони... Ай, ладно. Нету, пока что. Ну тогда не надо было пока врываться, я думаю, рановато. Ну так, пошугать не так. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп, да кого ты бьешь-то, ёпта, да ёбаный, да нет, так всех просрал. Все из-за этой лавки. First blood. Вот так, это плохо. Да. Почему ФБ? Почему ФБ? Откуда я знаю? Ну, потому что. Куру апнул, не апнул, вот поэтому ФБ. Ты счет посмотри. Да я шучу, при чем тут кура, блядь? Это же шутка, ты не думай, самое главное. Что я всерьез. Опа-на, уходим, убегаем, они меня прессуют. А кто, кстати, это может быть чел и есть, который... Да, свежее мясо, это и есть вот этот чел, который знает меня. Это и есть вот этот подписчик, ёб твою мать. Вот это близость, смотри, как мы близко стоим друг к другу, чувак. Офигеть! Он просто может просто взять и специально ворваться. Да, он и так это будет делать. Это, в принципе, нормально. Я не думаю, что он будет мне поддаваться из-за того, что он мой подписчик. Но это же неправильная фигня. Я не думаю, что это так. Я думаю, все понимают, что это бред. Так что... Вот, в чатике можете почитать. Дани Майерс? Я такой ему пишу, да. А что? Пишет, ничего, смайлик. Эй, зафармлю! Плохая идея, я знаю. Denied. На самом деле все очень продумано Titanfall. Я поражаюсь, как там просто играть. Я не думал, что будет такая игра, где я вот буду первый раз в нее играть. Первые там 2-3 игры после тренировки. Пройду тренировку, да, пройду там. И я не думал, что будет настолько все просто и легко, что я смогу быть на первом месте. Что я смогу быть на первом месте в серваке. Причем не парясь вообще, я нагибаю, реально там можно нагибать. Вот прямо на полном серьезе можно нагибать. И... Я в шоке, хочет сбить с меня кларити, он сбит, хочет сбить с меня кларити. Вот это просто пипец. Мы должны их затащить. Вы же понимаете, да? Сейчас я ботинок куплю. Так, мне нужен ботинок. Минус 2 слайна. Сейчас кура придет. Так, аккуратно, варды поставь. Куда, блядь, кура полетела? Что за хуйня? Вы что, ебанаты, что ли? Пиздец. Ненавижу таких чуваков. Так, давайте ботиночек поставим. Что-то фигово все идет, они нас прессуют! Куда вы нас прессуете? Хватит! Дайте нам спокойно пофармить. Вот, ночь уже становится темнее, поскольку я прокачиваю третий скилл. А, как вам ситуация в Крыму, ребят? Чё, вы рады, да? Я, кстати, тоже, почему бы и нет?
Прикольно, Крым же принадлежал России, собственно. Да вообще вся Украина принадлежала России. Я, насколько я знаю, ну, раньше, да, я видел там карту какую-то, мне кажется, что, ну, не просто же это какой-то фотошоп, по-любому там взяты факты откуда-то из истории. Ну, я не понимаю, почему так все недовольны, что Крым забирают. Это же все-таки был вроде бы русский город, да, до там 1900 что-то какого-то года. Я не помню, напишите в комментарии, я обязательно буду рад, напишите мне. Я вообще придерживаюсь такой позиции, что, ну, я не знаю, я не понимаю все эти ссоры там у них, ругань. Это все как бы денежные игры. Сейчас идут информационная война. Идет информационная война, тупо деньги, все из-за денег, и только ради денег. И все вот эти вот штуки, типа вот это наша ракета, посмотрите на нее, просто посмотрите, как она будет лететь, типа посмотрите еще что-нибудь. Это все денежные игры, ребята. Это все политика и политика. На простых людей это особо так и не влияет, конечно, если газ только не отключит в Европу, Россию, тогда не будет влиять. А так дело дрянь, да. Без газа-то будет мне хреново. Мне нужен газ. Не знаю, я люблю газ. Я прям как этот, как украинец. Не, я люблю газ. Если, потому что у нас такая же ситуация, походу, как в Украине, мне так кажется, что если газ все, то ГГВП без газа, то Америка будет возить тогда на кораблях свой газ к нам, на кораблях. Вы понимаете? Ой, это опасно. Я так и знал, что захотят врываться. Там Мирана, наверное, сейчас стрелу даст. Да-да-да-да-да-да-да, Мирана. Ой-ой-ой, хорошо, заивейдил, хорошо. Убегай, Денчик. Фура, я такая фура. Хорошо. Хилка есть? Нету. О, есть. Thank you. Сейчас там еще стрела будет. Она тут так и стоит, клюква. Так и стоит. Офигеть. Она прям... Ай-яй-яй! Не хочет проигрывать. Иди сюда нахрен. Да я так пугаю их. Они же клюквы, ну. Клюквы! Я еще вам хотел что-то рассказать. Там пудж еще против нас. Да вы прикиньте, какой тупой... А, новый сет на пуджа, ребята! Я хочу этот сет. Я его обменяю на что-нибудь. 100%. Пишите мне, кто хочет дать мне этот сет. Обменяться сетом, я не знаю. Я буду очень-очень рад. Серьезно. Вот мне он очень понравился. Это анимация новая. И все. Да уходи, братишка! Ухожу. Сало кидаю на этого петуха. Нет, не буду кидать. Ай-яй-яй, Денчик! Убегай, хиляйся! Крипы не дайте ему, не дайте ничего. Отлично. Я не смогу добивать сейчас. Нет, теперь смогу. А, да, силушки-то хватает богатырской. Да ёпта, это какой ты медленный-то днем. Ночная фигня. Ха-ха, наебал. Главное, что мы не отъезжаем, ребята. Нам главное не отъезжать и фармить. Вот это залог успеха. Залог успеха. Не отъезжать и фармить. Что мне купить, интересно? Бутылку фейзы я хочу купить. Ой, продай. Там крипам можно было добить, но я хочу фейзы. Ну, так, чё ты? Невозможно купить. Ёпты. Все возможно. Я знаю точно, все возможно, я возможно. Все, давай, ТП есть. Если что, можно делать ТП. Я знаю, что они хотят меня завалить. Но нет, хер там был, ребята, я сказал. Иди сюда нафиг. Ты что, офигел, что ли? И что ты мне сделаешь нафиг? Я сало на тебя кинул. Сальца закинул, сальца тебе по щам. Я хочу фильм Free to Play, который делает Steam о Доте. Когда он уже выйдет? Завтра, по идее, выйдет. Офигеть, я очень хочу посмотреть этот фильм. Я его даже куплю, если он будет стоить денег. Это вообще, все покупайте. Вы играете в Доту целыми днями, блять, в бесплатную. Хотя бы фильм купите, пожалуйста. Ребята, хотя бы фильм. Сейчас, все нормально, отойдем, там Мирана идет. Сейчас у меня будет ночь. Там не одна. Там все, уходим. Так, я буду отступать. Что, я нафиг. Все? Сейчас, на развороте, да, давай. Все сюда пришли. Так, давай.
Так, смотри, 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 Air Spirit тут что-то. У меня есть сало. Ладно, куда ты, снайпер, первый лезешь? Я должен первый лезть, окей, обходим их. А у меня ночи нету. Так, так, сало, все грамотно, двоих подряд. Пуджа, пуджа, пуджа. Это новый сет! Это новый сет, ребята! Это новый сет, да, блять, я должен был его забрать. Трипл килл же был бы же. Жадные вы, а? Какашки. Так, отлично, все у нас есть теперь. У нас есть косарь. У-ху! Косарь, детка, это косарь, детка. Да, кстати, я люблю собирать ему вангард. Вот ничего не могу с собой сделать. Люблю делать из него жирную мразь. О-о-о, бля, я люблю жирную мразь делать из него. Очень люблю, ничего не могу сделать. Он очень хороший, когда он жирный. Вообще прекрасный жирдяй. Самый лучший жирдяй на свете. Я вам честно скажу. Ой, байня, 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 байня. Денчик добил. Все, бэк, 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 бэк. Уходим, снайпер, бэк, все бэк. И тут-то вообще стрелы летают. Опасно, опасно тут находиться. Все, идем на мид. Вот, смотри, пуч врывается. Ой-ой-ой-ой. У меня... Я надо было сало дать. Да ёпта... Да нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет. Дай. Он жив. Иди сюда. Иди сюда, братишка. Смотри, нормально все, все, все хорошо. Все хорошо. Что вы сделаете мне? Да не бей ты меня! На хальё. Все, мид, мид! Гайс! Бля, тут опасно. Снайпер, беги! Тебе пиздец. Так. Винга, ты решила бэкать? Ладно, сейчас у меня будет ночь. Восьмой уровень. Сейчас сделаю ночь. Потому что я прокачиваю по-своему. Я обожаю этот билд вообще, эту сборку. Вот и ночь. А вот и ты, ночь моей мечты. А вот и ты, ночь моей мечты. Так, давай посмотрим одну вещь. Так, они там все тусуются. Это неплохо. Так, кстати, а как вам насчет Олимпиады? Кто-нибудь шарит в Олимпиаде? Паралимпиады же была, да? Вы в курсе? И русские там тоже заняли вообще миллиард тысяч мест вообще просто. Заняли, всех покарали, всех покарали. Я иду, я бегу на хосте. Сейчас мы их будем любить в очке. Итак, ты уже никуда не уходишь. На тебя сало, а на сало нет маны, поэтому... Да хватит его закрывать-то, блядь! Хватит его закрывать. Куда ты пошел? Ты уже никуда не уходишь, придурочный. Троих подряд выебал. Ну все, пойдем ломать Т2. А там-то кто? Путь, что ли? Иди сюда, жирный, ёпты. Давай, где ты там? А, вот ты, здорово. Ну как у тебя дела? Все заебимба? Заебимба? Куда ты бегаешь от меня? Хватит мансовать. Хватит мансовать. Да, блядь, задолбали его закрывать уже. Клюквы, пойдем ломать дальше. Все, пойдем ломать. Мы их покарали. Просто в очко! В очко! А, ребята, я, кстати, решил поддержать Россию. Решил поддержать Путина. Он грамотно все сделал. Вы знаете, сколько он бабок сейчас выиграл? Он выиграл столько денег вот своими вот этими махинациями, как бы. Это просто пипец. Он выиграл столько денег. Это что-то с чем-то. Как много денег он выиграл. Нашел против кого играть. Против Денчика играет. Денчик неплох. Знал же, что играешь против меня. Он уже был морально обезврежен. Потому что он знал, что он играет против Денчика. А Денчик не отпускает. Это все знают, не отпускает. Нихера, никогда, никуда, никого. Ну, да, это как бы придумал не я. Это придумали мои фаны, фанаты. И, видите. Так, никто никуда не идет. Никто никуда не уходит. Никто никуда, я сказал, не уходит. Никуда, никто. Свирепствую я уже. Монстр килл. Давайте ломать вышку. Все. Довольны? Вы довольны, ребята, собой? Я доволен. Мной. Лично я доволен мной. Можно дальше идти вообще. Просто по хардкору. Просто по хардкору. Так, куда ты пошла? Я прям под вышку буду скоро врываться. Потому что у меня есть вангард, и мне пофиг, а вангард это сила. Я вам сразу говорил, вангард тащит. А вы такие, не-не, вангард не тащит, не тащит. Я такой, нет, ребята, вы не правы, мать вашу, тащит. И да, тащит на самом деле. Так, давай. Давай, мид, 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 мид.
Мидл, мидл, мидли, 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 йодли, 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 мидли. Давай, да не трогай ты меня, да, давай. Да, забирай. Да сейчас все будет. Да ебаный ты профет! Ах ты ж придурочный. Я Россию в поиск поставил, я не могу в это поверить. Я же никогда ее в поиск-то и не ставил. Я же никогда ее в поиск-то и не ставил. Ой, он ультанул! Ау-ау-ай-яй-воу! Полегче, полегче, братишка! Полегче, я же вас всех сейчас поимею еще. Нет, не поимею, убегаю, 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 убегаю. На развороте, жирного, 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 жирного мудака. Еще раз. Godlike, красава. Godlike, это хорошо. Это отлично. Денчик не отпускает. Как вы могли удостовериться, опять же, Найтсталкер. Привет! Привет, Найтсталкер! Привет, Найтсталкер, мой любимый сталкер, который Найт. А, группа розыгрышей же еще была у меня идея поговорить. Ее какие-то пидорасы забанили, потому что, типа, да там разводил как бы много, да, вот типа от имени группы. А на самом деле-то ее сейчас разбанят уже, потому что администрация ВКонтакте тоже не тупые. Они ее как бы забанили, но они такие вещи сразу разбанивают моментально, как бы абсолютно моментально разбанивают. Оу-оу, я наглый, слишком наглый, слишком, блядь, наглый! Слишком наглый! О, хорошо. Все нормально, я живу. Слишком наглый, но зато живучий подонок. Вот живучий подонок. Давай, хуярим этих птичек, они мне нужны уже. Сейчас у меня БКБ-ха будет. А там этот дерется, смотри. Фура, беги ко мне! Фурочка! Фурочка моя! Ты беги ко мне, бля! Фурочка моя! Ты беги ко мне, бля! Пуч, 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 пуч! Хук, хук, пуч, пуч, пуч! Нет, 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 нет! Сало, сало, на него вешай, сало, на него вешай. Да ёбаный! Нет, 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 нет. Денчик, манцуй! Манцуй, как царь! Манцуй, блядь! Нет! Нет, 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 дело дрянь, мне нужна ночь! А ночи нет! За мной хвост! Хуярим назад! Ай-яй-яй-яй-яй, убегаем, убегаем, убегаем! Нет, 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 пидорасы! Уу, пуч хороший, хороший пуч. Очень хороший пуч. Да, поимел! Я их поимел. Поимел. Я еще не умер ни разу, охуеть. Да не, какой бей, я не хочу. У них ульта, вся фигня, у меня чай горячий. Да не-не-не, я тут луне, она тут вышку боялась добить. А, так, про Олимпиада Россия. Хочу новый сет, да, хочу новый сет. Ох, как я свалил грамотно, ребята, ну просто, ну, Денчик не отпускает, ну, вам придется это признать, придется это признать. Конечно, я много ракую, да, бывает, но мне похер, потому что, ну, дотка, это дотка, ребята, тут все ракуют, ну, лично я ракую, все ракуют, это нормальная тема, но не всегда, когда хорошее настроение, когда выспался, я, кстати, начал ложиться, ребят, всем советую. Так охуенно. Ложишься раньше и встаешь из-за этого тоже. Куру, блин, давай уже быстрее возьми, и мне она нужна. Вот. Давай Рошана пойдем бить. Рошана, у меня есть БКБ, у меня все есть. Так, БКБ есть, теперь я хочу взять. Так, чтобы взять. Да, у них некому дамаг наносить. Алибарду смысла брать нет. Армлет есть смысл взять, да? Почему бы и нет? Армлет, люблю армлет. Ребята, я хочу Рошана. Помогите мне. Ну, блять, вы там сейчас сливаться будете лучше, да? Зачем Денчику помогать? Действительно! Лучше мы сольемся все. Так, давай, бежим, дружище. Мы должны спасти, ребят. Мы должны спасти и вылюбить разных подонков. Мы должны спасти и раздолбать им всем лицо. Хотел сказать, не лицо, конечно, но получилось лицо. Оу-оу-оу-оу, инвиз полегче. Все, уходим, убегаем, уходим, убегаем. Сейчас пуч будет хукать? Кура? БКБ? А, ну так мне теперь пофиг. Давайте Рошана, ребят. Помогите мне с Рошаном, пожалуйста. Давай. У тебя вампирики нету, ты его не заберешь. Да, я армлет буду брать. Давай, давай, что значит не заберешь? Быстро давай, бейте. Деревья делай, олень.
Деревья где? Фура! Поставь ты корни, что ты делаешь, прям? Вот фура, а? Вот фура. Как я прям. Я также лохую периодически с этими деревьями на Рошане, отвечаю, вот вообще прям. Я встану прямо во всех крипов, чтобы меня никто хукнуть не мог через фейзы. Такой хитрый ход. Хитрый джук от Денчика. Запоминайте этот хитрый джук от Денчика. Найтсталкер подобрал Аегис оф Рошана иммерталити. Все, пошел крошить лица всем. Давай, все, мы должны заканчивать уже эту игру. Она затянулась. Уже 20 минут. Вы серьезно? 20 минут? А, кстати, теперь Valve сделали новую тему, что ливать теперь это не так комфортно. Да, ребят, как раньше было? Вообще не так комфортно. И те, кто понимают, вот, смотрите. This match, короче говоря, будет... Не сможете делать поиск игры какое-то время. Представляете? Поиск игры. Вот они набрили вас всех. Ну и меня заодно. Я иногда, понимаете, когда играешь с такими дебилами, ну просто, ну не хочется играть, неприятно, вот хочется просто выйти. До блевоты, вот прям до блевоты. Ты тащишь, а они такие два дебила, и они сливаются, и все. И вы проиграли, ребята, нафиженная команда противника вас просто имеет, блин, как хочет. Вот серьезно, вот вы ничего не можете сделать. Бывает исключение, согласен, бывает исключение, но очень редко. Как бы... Да. Так, ну, ребята, тут Денчик должен был забирать всех, как бы. Ну ладно, ладно, ладно. Надо просто показать им, кто тут босс. Дота босс. Дота босс. Денчик не отпускает. Мне понравилась, да, ваша фраза, которую вы придумали, Денчик не отпускает. Это же не я придумал, кстати. Это же фанаты все. Фанаты дорогие. Все придумали. Это не Денчик. Оп, и добил. А, Венге, Full Spirit! Ёпта, я думал, я добил. А я не добил, оказывается. Смотри, давай ворвемся, давай ворвемся, давай ворвемся. Да, куда пошел? Куда пошел? Это мой фанат! Это же мой Нет! Подонок! А, он решил слиться, ну ладно. Он все равно в инвизе? Да нет! Да нет, да нет, он не может быть... И смотри, на меня кинулся. Сбейте с меня сон, сбейте с меня сон. Да, блядь. Надо было сбить с меня сон. Я бы его хотел... Это мой подписчик, я его должен был покарать, понимаешь? Ты у меня испортил мой план весь. Покарал мой план. Я буду ломать одно здание. Тупо стоять и ломать его. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Бой, фреш мейт. Мяут. Давайте, по миду надо сходить. Давай, давай этого пушим. Пушим, пушим, пушим Петросяна. Пуч вообще не умеет хуки кидать, поэтому он решил их не кидать, да, видимо? Что за бред? Двойная ночь, ребята, двойная ночь. Я сейчас еще и уйду. Вот это я буду угорать, конечно. 5 секунд до стики. Аегис! Пока, короче. Все, давай, Пуч, увидимся. Пуч, увидимся. Оп. Ты видел? Он его вытянул, придурок. Ай, ладно. Давай мне армлет тащи. Это, конечно, все смешно, весело. Но иногда надо уже заканчивать. Просто знать, когда надо закончить игру. Ну ладно, вышку завалили верхнюю, но это не страшно. Ну, мы сейчас заберем. Да, 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 it's not time yet. Все time. Все там time. Куда этот полетел? Куда этот полетел? Мид ломать нам. Он нам что, мид пошел ломать? Что это за фигня? Да-да-да, Пуч, не дотянется твой хук. Можешь даже не надеяться на эту такую херню. Давай, Пуч, короче. Я думаю, тебе пора идти домой. Да-да-да-да-да. Ты никуда не уходишь уже. Все, давай, пока. До свидания. Давай, до свидания. Все, пока. Давай, привет. Пронеси топ на это. Отстань. Не трогайте. Не трогайте Найтсталкера. Отстаньте от Найтсталкера. Он тут делает игру Дунди. Дунди, ко мне кура идет. Почему она там летит? Что это за бред? Подонки, подставляете меня. Там армлет. О, здорово. Да, да, да. Holy shit, это я в курсе, спасибо. Армлет. Армлет. Ну, теперь уже есть армлет, но уже поздновато, конечно.
Хотя, самое то, самый разгар игры. Самый разгар игры. Вот Денчик тебя и покарал, мой дорогой подписчик. Вот Денчик тебя и покарал. Да какой я убиваю, он домининг, пошел в жопу. Все, ребята, ГГВП, с вами был Денчик. Подписывайтесь на канал, я записал сталкера еще раз, потому что первый сталкер был говном. Я знаю, что я могу играть лучше. И вот сегодня я показал, что 11.0.10 это счет Денчика стандартный, как бы. Всем ГГВП! Да, да, ГГВП. ГГ. ГГ. Блять. ППЦХ. ЦЗ. ППЦЗ. Всем, чуваки. Ну, давай, счет уже, открывай. У меня крипстат, конечно, херовый, это я знаю. Но самое главное тут не крипстат. Самое главное тут киллы. Самое главное, что мы затащили. Всем пока. Блять. Да ёпта, кнопки почему-то не работают. Все, всем пока.